Гаджимурад Арашидов, молодой спортсмен, ему в прошлом месяце исполнилось 20 лет, из города Каспийска, школа Курмурамагомедова. 10 лет занимается борьбой у Газибана Арашидова. Лучший результат серебряной медали на первенстве мира среди юниоров в прошлом году и в этом году серебро. На чемпионате России этого года был третьим. Его соперник, турецкий борец Акташ Мюнир, опытный спортсмен, 26 лет, Анкара, 13 лет занимается борьбой, тренер Ремзи, участник чемпионата мира в Лас-Вегасе. На ковре выпомянули лежал Камран Мамадов, Азербайджан. 6-2-0. Будет команда Азербайджана. На ковре приглашается боксерист в категории до 71 килограмма. Чуть-чуть не хватило для четвертого нога. Но уже 8-0. Россия. 4-3.